система ловушек. И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека, но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми, и путь делается то простым и легким, то запугивает до невозможности. Это зона. Может даже показаться, что она капризна, но в каждый момент она такова. Такой мы ее сделали сами, своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться с полдороги, не солоно нахлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога комнаты. Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Что я? Где я?